комба. Комба просто начинаю с рабам, shift z, shift x, потом блинк в сторону shift f. Для среза shift f блинкуюсь. Значит, дал рабама, потом можно добавить еще shift lkm, вперед lkm и f. То есть вперед lkm f. Бафает нас на скорость применения навыков и меткость. Вот, Shift LKM, это если чё, для шанс крита плюс 40%, но он еще обновляется при переходе с первой в вторую стойку, Shift, ой, вперед ПКМ. Вот. Вперед ПКМ тоже дает тот же самый баф. Вот. А после Shift ПКМ, после первой стойки, после рабам, после разбафа, дальше идет Shift Q, Shift F. То есть Shift Q мы срезаем второй удар. Там идет два удара на Shift Q. Вот, второй удар мы срезаем Shift F. Потом блинк за спину. Назад ПКМ. Назад ПКМ. Срезаем вот эту вот хуйню. Назад ПКМ. LKM, ПКМ плюс пробел. И держим LKM. Ну, и после того, как дали все скиллы, просто начинаем так вот крутиться. Это ПКМ вперед, ПКМ назад. Вот, после трех раз опять начинаем комбу. Shift Z, Shift X, блинк Shift F. Можно добавить еще назад E. Это из Магнуса скилл. Потом быструю деструктивочку, это Shift E и кровавое месиво. Блинк в сторону, пробел. И дальше. Вперед ПКМ, Shift Q, Shift F, назад ПКМ. ЛКМ, ПКМ плюс пробел, держим ЛКМ и крутимся. Комба простая, удобная. Потом раба мы берем вспышка тени, разрушительная тьма и теневую волну. Волну выносим на панель, удобно добивать лоу хп мобчиков или противников. Юзаем с панели. Вот пробужденные навыки. Это такое. Вот, блочим скиллы, значит, в первой стойке блочим этот скилл, вот этот. Абсолют пламя. Потом для удобства блинков блочим удар ворона, чтобы постоянно блинковаться в неуязвимости. И мобильное уклонение. Собственно, вот вроде бы все. Сейчас еще вот так вот сделаем. Еще можно вынести на панель сделка с тенью, она дает нам на 5 минут защиту, 20 защиты, и добавляет нам 30 частиц тьмы. Вот. Частица тьмы — это для того, чтобы заряжать ЛКМ, ПКМ, ну и для того, чтобы когда у нас заканчивается стамина, сейчас покажу, можно было еще блинкаться. Каждый блинк без стамины тратит 10 частиц тьмы. Комба для передвижения, то есть чтобы двигаться на сорке. Shift LKM, назад LKM, PKM. Блинк вперед, кстати, блинк вперед и назад лучше забиндить на клавиши мыши. Это можно сделать вот тут вот в интерфейсах, в действиях сам не спускаешься и биндишь на боковые клавиши. Вот, это удобно. Значит, передвижение Shift Z, Shift LKM, назад LKM, ну короче, вот так вот потом. Вперед ПКМ, вперед F, Shift LKM, ну и вот так вот постоянно. Вот, делаешь. Еще очень классный скилл у сорки в пробуде, если вдруг тебе надо спрятаться быстренько. Нажимаешь F, она ныкается в тучку, ты в неуязи. На несколько секунд и продлевается она еще на 5 секунд. Опять, когда ты с нее выходишь, сразу нажимаешь F и продлевается еще на 5 секунд. Во второй тучке ты двигаешься чуть быстрее. Вот так вот.